когда мы в большинстве шведки забросили одну шагу в меньшинстве. Ну что, сейчас момент и шайба в воротах. Но вы знаете, вот это все-таки логично, друзья. Ну согласитесь, две штанги во втором периоде. Ну и на сей раз уже... Ну, некуда было шайбе деваться. Гашпарич, поздравляю. Именно она поразила ворота Горного. Давайте смотреть. Все сама сделала хоккеистка в ближний угол. Во-первых, отвоевала шайбу у борта. Вингерки с шайбой входит в зону. Гашпарич. Ох, какой, как Гашпарич. И вы посмотрите, как сыграла сейчас венгерская хоккеистка и сравнивает счет 1-1. Вот это мастерство, вы знаете. Это мастерство Гашпарич, которое, я напомню вам, выступала в разных командах. И, кстати, за уфимскую команду Агидель ведь играла Гашпарич в сезоне 17-18 и стала победителем чемпионата женской хоккейной лиги. А тут посмотрите, все сделала на ура, как говорится, обыграла и забросила в верхний угол шайбу. Но, повторюсь, выскажу свое мнение, все-таки очень пассивно, на мой взгляд, пока действует в обороне хоккеистки. Агидель двукратный чемпион женской хоккейной лиги, подряд выиграли два первенства. Будет удаление, шайба в воротах, это 2-1. 2-1 в пользу команды МакМэрри. Что мы видим в юбилейном? Что мы видим здесь? Да, вот это да. Поднял уже главный арбитр руку, показывая, что должно быть удаление у хоккеистки Агидели. Но удаления не будет, потому что шайба заброшена и показывает нам 23-го номера Пинтер. Видимо, на нее запишет нам взятие ворот. Ну и ждем мы повтора. Момента. Все сделала Гашпарич. Обратите внимание, пошла на двоих, заработала удаление. А подъехавшая Пинтер, никто не уследил за вторым темпом атаки МакМэрлин. И Пинтер с близкого расстояния послал шайбу в ворота Марии Сорокиной. 1-2. Ну, когда, как не сейчас, включаться хоккеисткам Агидели. Отбивает, и шайба влетает в сетку ворот Динамо. Вот это да. Как и в матче против Агидели, открывают счет венгерки. А все началось с того, что Гашпарич бросила по воротам, третяк перед собой отбила. Ну и поздравляю 23-го номера Пинтер. Именно она открыла счет в сегодняшнем матче. Случилось это уже на третьей минуте игры. Смотрите, бросок по воротам. Не удалось тут 91-му номеру Динамо Низовцевой отвести угрозу. И в результате протолкнула шайбу через поворот 23-й номер Пинтер. 1-0 в пользу МакМэрлин. Вот такое начало мы увидели. Ну, возможно, оно каким-то образом отличит Динамо. Что сейчас? Обыгрыш опасно. Ух ты! Шайба в воротах! Какая шайба! Какую шайбу забрасывает сейчас 17-й номер Пасманди. Чиркнула шайба по перекладине, я так понимаю. Ну, в самый верхний уголок направила снаряд. Да нет... Да, по-моему, не задело перекладину, но это не важно. Пасманди 2-1 в пользу МакМэрлин. Ну что, повторяется ситуация первого периода матча венгерской команды против Агидели. Тогда тоже венгерки вели 2-1. Ну, сейчас, конечно. Ну, а где были защитники Динамо? Я хочу задать вопрос. Очень легко. Хоккеистка по 17-м номерам. Останавливаем, не удержалась на коньках. И контратака сейчас МакМэрлин. Выход 1-0. Опасный момент. И шайба в воротах 3-2 в пользу венгерской команды. Ну вот посмотрите, как проходит сегодняшняя игра. Вот это да. Сначала провал у МакМэрлин. Счет становится 2-2. Ну а затем 3-2. Венгерки постоянно ведут в счете. Динамовцы сравнивают. Но вот сейчас посмотрим, что будет дальше. 3-2 в пользу МакМэрлин. Это Гашпарич отличилась. Я уже говорил о том, что пока две шайбы венгерки забросили, то вот этой третьей Гашпарич ни в одной из них не была автором. Ну а сейчас она вышла 1-0 и реализовала свой момент. 3-2 в пользу команды МакМэрлин. Три шайбы на этом турнире венгерки. Потеря и контратака венгерок.
опасно. И шайба четвертая влетает в ворота «Динамо». Что творят в обороне девушки из Петербурга? Уму непостижимо. Крейс отличается, делает счет 4-2. 4-2 в пользу команды «МакМерлин». Вот скажи, кому что так будет складываться поединок, я думаю, ну никто бы не поверил, никто бы не предположил. Вы посмотрите, одинокая Крейс на пятачке, и никто ее из девушек из «Динамо» Санкт-Петербург не опекает. 4-2. Шестая минута второго периода. 4-2 в пользу хоккеисток из Венгрии. Да. Ну что тут скажешь? Игрывает Кристина вбрасывание. Пятая минута у нас третьего периода. Контратака, момент. И шайба в воротах. Это 5-3. 5-3 счет становится в пользу МакМерлин. И поздравляю сейчас Руна и 22 номера. 5-3. 5 шайб. Динамо сегодня пропустили от венгерской команды. Вы знаете, если считать статистику Динамо, то она, конечно, не в пользу будет девушек из Петербурга. 0-5 первая игра против Лулеву, 1-6 это Гидели, 3-3 сборная, основное дополнительное время, и 3-5, ну, легко, наверное, подсчитать, что 19 шайб за 4 матча пропущен на данный момент Петербург. Стала, получила обратный пас, и вот тут чуть небрежно, и можно убегать. Гашпарич в очередной раз убегает один на один, вторая попытка ее сохранять. Шайбу бросок, и шайба в воротах. Все-таки настырность Гашпарич свое дала, сама не забросил, но из-за ворот шайбу точно на пятачок своей партнерши. И 18 номер, это Челси Боу, сравнивая счет в этом матче за 2,5 минуты, точнее за 2 минуты и 24 секунды до окончания первого периода, делая счет равным 1-1. Вот не получается бросок у Гашпарич, шайба летит выше ворот, однако на подборе она первая, и точная передача партнерши, которую никто не опекал на пятачке, и счет сравнивается. Активнее сейчас выглядят хоккеистки МакМерлин. Перестали они стесняться своих именитых соперниц. И смотрите, как действуют в отборе в чужой зоне. Бросок и шайба в воротах. Вот так капитан команды МакМерлин выводит, точнее не выводит, а вновь сравнивает счет в этом матче. И 2-2 на табло. Гашпарич, Ваня Гашпарич делает счет 2-2. Неожиданное развитие событий в этом матче. И вновь успевает Гашпарич там накрыть клюшку соперницы и...